Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, ну, вступление несложно играть, то есть там, ну, очень хорошо ложится на гитару, а вот уже середина песни, да, где уже начинают, ну, где начинается основное, так сказать, основное мясо, где уже прям электронные звуки, там уже сложно на гитару переложить, я просто вот, ну, грубо говоря, ту же мелодию играете аккордами. В принципе, так можно даже спеть, будет нормально. То есть вот когда начинается уже такая более ритмичная часть, то лучше можно так аккордами сыграть. Ну, а так основная тема, она несложная. Итак, поехали. Так, зажимаем на второй струне третий лад. Играем 4, 2, 4, 2. Вот получается. Теперь играем 4. На первой струне добавляем второй лад. И играем его. Еще раз 4 и еще раз первую. Да, вот у нас получается. Ну, можно даже сразу зажать. То есть мы зажимаем на первой струне. На первой струне второй лад, на второй струне третий лад. И играем. Такой перебор. 4, 2, 4, 2, 4, 1, 4, 1. Теперь на второй струне зажимаем второй лад. И играем. 4, 2, 4, 2. И на второй струне теперь зажимаем третий лад и опять играем 4, 2, 4, 2. Все вместе получается вот так. Да, мы просто чередуем четвертую, вторую, четвертую, вторую, ну, иногда первую. Ну, в общем, мелодию и между ними бас. И так играется на протяжении всей песни, просто меняется басовая нота. Вот тут мы просто меняем бас, а мелодию играем пока что одно и то же. То есть теперь, вот мы сыграли, да, вот этот аккорд. Теперь зажимаем на четвертой струне четвертый лад и играем все то же самое. То есть вот зажали на четвертой струне четвертый лад. На второй струне зажали третий лад, на первой струне второй лад. И играем 4, 2, 4, 2, 4, 1, 4, 1. Ну, в общем, мелодия та же самая, только бас поменялся. Теперь также на второй струне второй лад. И также играем 4, 2, 4, 2. И на второй струне третий лад 4, 2, 4, 2. Ну, то же самое. Да, давайте заново. То есть играем четвертую открытую. Теперь то же самое, только на четвертой струне второй лад. Дальше играем все то же самое, только вместо четвертой струны дергаем третью струну. Дальше получается вот так. Да, но не буду еще раз объяснять, то есть и так понятно. Вы поставили также 4. То есть вместо 4 просто 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1. Тут второй лад 3, 2, 3, 2. Третий лад 3, 2, 3, 2. Теперь на третьей струне мы зажимаем третий лад. И также, да, вот на третьей струне третий лад зажали, на второй струне третий лад зажали, и на первой струне второй лад. И играем то же самое с третьей струной, то есть 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1. И вот тут уже переходим, тут пополам мы аккорд делим. Теперь зажимаем вот второй аккорд, это будет на четвертой струне четвертый лад, на второй струне второй лад. И играем 4, 2, 4, 2, 4. Теперь дергаем вторую струну и едем на ней до восьмого лада.
Вот так. И потом играем еще седьмой лад. То есть вот должно получиться вот так. И после этого начинаем заново. Основная тема. Ну, можно еще сыграть аккордами. То есть мы ставим аккорд G, а будет на второй и шестой струне третий лад, на пятой струне второй лад. И играем такой полубой. То есть мы играем бас вниз, бас вниз, бас вниз. Ну, еще повторяем мелодию. То есть вот на второй струне третий лад, на второй струне третий лад. Добавляем на первой струне второй лад. Опять играем бас вниз до первой струны. Теперь на второй струне второй лад зажимаем. Да, вот басы у нас остаются, только внизу меняем. На второй струне второй лад зажали, то же самое. Бас вниз, бас вниз. На второй струне третий лад. Бас вниз, бас вниз. То есть получается вот так. Ну, давайте еще раз. То есть вот когда мы играем вторую струну, мелодия у нас идет на второй струне, то первую стараемся заглушить. А когда вот на первой струне второй лад, то на второй струне третий тоже можно оставить, потому что войдет в аккорд. Так играется G, потом D. D мы зажимаем на третьей струне второй лад, на второй струне третий лад. Пока без первой струны. Тут играем с четвертой бас. То есть четвертую вниз, четвертую вниз. Добавляем на первой струне второй лад. И также четвертую вниз до первой. И еще раз четвертую и вниз до первой. Тут играем половину аккорда. То есть вот так. И потом вторую часть уже можно в аккорде А сыграть. То есть А зажимается на второй, третьей и четвертой струне второй лад. Играем пятую вниз, тут уже до второй струны, пятую вниз, и добавляем на второй струне третий лад, и то же самое, пятую вниз, и начинаем заново. Спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.